Надо уничтожить этот груз. Сюда! Тут есть горючее. Я подожгу. Готовьте следующий. Помогите мне залезть. Так. Сейчас найду, как вам подняться. Тут есть лестница. Еще канистра с горючим. Все, этот можно поджигать. Перейдем к остальным. Хорошо. Они спалят всю дело. Бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. Охранник нейтрализован. Сотрудник компании убит. Остались ящики. Нам придется спуститься. Прикрывайте меня, пока я поджигаю ящики.
Цель поражена! Надо перезарядить! Убит. Здесь все горит. Я перехожу дальше. Охранник нейтрализован. Они принесли дискомет!
Охранник убит. Вот и последний. Заперто. Ликандров! Второй готов. Смотрите, тут есть дверь. Рани, ты там? Дэви, я рада тебя слышать. Рани, ты цела? Да, пока да, но быстрее, надо выбить дверь. Сейчас, сейчас. Я думала, что больше тебя не увижу. Как ты нас нашла? Времени нет. Компания стягивает свои силы к верфи. Пора бежать. Рыцарь, не искушайте судьбу. Наше дело сделано. Совет должен знать про этот ужас. Осторожней, рыцарь. Компания процветает благодаря друзьям в правительстве. Вы сами видели, что в ваших рядах есть предатели. Если бы все так и было, я бы заподозрил... Идет война против полукровок. Теперь их черному делу служит объединенная индийская компания. Помогите нам. Я рыцарь. Я клялся охранять страну, а не разрушать ее. Не верьте никому. Прощайте, рыцарь. Жаль, что мы встретились в таких обстоятельствах. Где вас отыскать? Шепните мое имя Уайтчепеле, и я приду. Грей, объясните, что происходит. Не сейчас, Изи. Не смейте уходить! Я видела вас в Уайтчепеле! Что? Вы за мной следили? Я боялась за вас. После схватки на мосту вы умчались прочь. Вы не знаете. Вообще ничего. Вы пытаетесь проникнуть в их ряды?
Такой план? Сейчас не время. Что с вами, Грей? С тех пор, как погиб Мэлори, я смотрю на вас. И что? Что вы видите? Не знаю. Незнакомца, которому не поймешь, можно ли верить. Я прошу вас, объясните, в чем дело? Не сейчас, Изи. Держитесь от меня подальше. Ради себя же. Вы найдите Лафаэта и приведите в библиотеку. Нить заговора тянется к совету. Ваше заявление чудовищно! Я отказываюсь верить. Если лорд-канцлер позволит мне, я... вам не позволю! Не желаю больше слышать эти нелепые подозрения! Я еще никогда не видел вашего отца таким упрямым. Ваши обвинения бьют в самое сердце империи. Второго такого потрясения, как смерть Мэлори, он не вынесет. Всего-то и нужно посетить Блэкхолл Ярд. За какой надобностью? Все сгорело дотла. Очевидный поджог, по мнению комиссара Дойля. В доках ранее видели небольшой отряд повстанцев. Все довольно... Какое там любимое словечко у комиссара? Ах да, элементарно. А вы что думаете? У меня нет мнения. Если хотите, я попробую убедить лорда-канцлера вынести этот вопрос на обсуждение. Если среди нас и впрямь есть предатель, заговорщики обо всем узнают. Что вы предлагаете? Проникнуть в здание индийской компании под покровом ночи. Сведения, которые помогут пролить свет на события последних дней, наверняка хранятся там. Проникнуть в штаб-квартиру компании? Вы следуете по стопам Мэлори. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мне нужна ваша помощь. Едва ли пристало рыцарю-командору участвовать... Вы там раньше бывали. Вы могли бы помочь мне сориентироваться в штаб-квартире компании. А ваше свидетельство придаст вес моим словам в глазах вашего отца. Хорошо. Однако в такую авантюру нельзя пускаться вдвоем. И возможных союзников, достойных доверия, у нас мало. Моя сестра, Лафаэт. Я не могу привлечь их, пока нет доказательств. Тогда кто? Я знаю, кто поможет нам в этом деле. Спасибо, брат. Приближаемся к штаб-квартире. Мы же не через парадную дверь вломимся. Не волнуйтесь, я подготовился к нашему предприятию. Проникнуть в комплекс оказалось немного сложнее, чем я думал. Приехали. Это что, черный ход? Можно так сказать. Все готово? Как договаривались. Оружие на столе. Выход на крышу через спальню. Благодарю, Фрэнсис. Фрэнсис служил в армии Содружества.
Арбалет. Много столетий не держал в руках. Сейчас нужно бесшумное оружие. Идемте. Патрули ходят всю ночь, все входы под охраной. Где точка проникновения? Сады. Так мы сможем подобраться незаметно. За мной. Нужно попасть на крышу. Идем, брат, сюда. Фрэнсис дал нам верные сведения. Выходит, он человек слова. Не скажите, просто за ним долг. И последствия обмана были бы крайне неприятны. Нужно найти в саду место, где можно прицепить веревку. Та беседка вроде подходит. Хорошо, тогда стреляйте. Готово. Алистер, останьтесь и следите отсюда. Я дам сигнал, когда путь будет открыт. Хорошо. Будьте осторожны. Сестра меня не простит, если я вернусь без вас. Вы не ставьте ее в известность. Грейсон, не стоит устранять охранников до того, как мы получим доказательства. У нас нет времени, Алистер. Доверьтесь мне. По-другому никак. Черт. Доберитесь до нижнего сада. Ворота будут заперты. Вам придется найти ключ. Thank you.
здесь? Ключа нет. Ищите. Мы нашли ключ. Луган, я прошел ворота. Убедитесь, что мы свободен.
За мной, нам сюда. Идемте. Что дальше? Вы на запад, а я на восток. Лучше пока не говорить по коммуникатору. Согласен. Давайте. Встретимся внутри. Thank you.
Отойди! Мой добрый сэр. Похоже, я как раз вовремя. Пожалуй. Хотя я не думаю, что охранник смог бы со мной справиться. Вы здесь одна? Со мной Дэви и Финли. Они займутся остальной охраной. Я не мог рисковать отрядом. Но со мной один человек. А вы ему верите? Да. Всем сердцем. Хорошо. Что дальше? Мы встретимся внутри и пойдем в архив. Пора. Как видишь, приходится сражаться. Они здесь. Ранен. Мы нашли вход. Будем на месте. Залезем на балкон, подогнав повозку. Рыцарь, помогите загнать на место. Вперед. Наверх. Дэви, нет. Ты останешься. Рани, я должна быть рядом. Ты всегда рядом, дитя. А он и его помощник? Послушай меня. Разве ты не знаешь, как дорога мне? Так почему ты меня гонишь? Ты продолжишь мое дело, если со мной что-то случится. Не говори так. Дэви, вы мне не верите, но я буду защищать вашу королеву. Это мой долг. Смотрите у меня. С этой девушкой лучше не ссориться. Охранник нейтрализован! Охранники! Продвигаюсь вперед! Вот я они, прикрою. На балконе! Черт, снайпер убит! Черт, заряжаю! Внимание! Проклятие! Граната! Проклятие! Дым! Охранник убит. Пойдемте внутрь, пока не явились другие охранники. Сюда.
стрелков! Бросаю дымовую! Патроны кончаются! Я пошел! Больно! Перезаряжаю! Смотрите, в кого целитесь! Я не могу прицелиться! Прикройте меня! Я пошел! Осторожней там! Твою ж мать! Заряжаю! Я сотрудник компании убит. Сзади еще набежали. Я пошел. И по лестнице тоже. Подай огоньку, я к нему подойду. Черт. Один совсем рядом. Мне нужны патроны. Цель поражена! Я под обстрелом! Найдите укрытие, рыцарь! Черт! Перезаряжаю! Охранник нейтрализован! Цель поражена! Перезаряжаю! Против этой пушки у нас нет шансов! Черт! Заряжаю! Вроде бы это все! Подмога может нагрянуть в любой момент. Идемте! Вперед!
Рыцарь, вы чего дожидаетесь? Луком не стреляйте! Это Лакшми Бай, глава восстания. Вы ей доверяете? Вы что, совсем разум потеряли? Могу задать тот же вопрос. Не знаю я вас, решил бы, что меня завели в засаду. Я думаю, точно так же. На это нет времени. Нам нужна помощь, а мне больше не к кому обратиться. Безумие, вы ставите под удар самое сердце Ордена. Алистер, просто поверьте. Вы просили найти доказательства. Она была в Блэкхолле. Видела то же, что и я. То есть она помогла вам уничтожить доки Объединенной Индийской Компании? Мой отец был прав, это однозначно теракт, вас использовали. И чтобы покончить с ним, без нее не обойтись. Тогда мы ответим за свои действия. И понесем наказание. Как Мэлори? Надеюсь, вы правы, Грей. Не хочу, чтобы вы оказались предателем. И я тоже, брат. Вон они! Дальний конец пола! Меня накрыло огнем! Не двигайтесь! Мы вас прикроем! Я заряжаю! Нет, убей! Я тебя прикрою! Охрана идет с того конца. Не могу высунуться. Его нужно прикрыть. Стрелок убит. Охранник убит. Мне нужны патроны. Меня обстреливают. Галахад в укрытии. Никого! Пошли, комната с архивом там. Сюда, через балкон во дворе. Браво!
охрана! Во дворе! Рыцарь, найдите укрытие! Снайпер! Справа! Сотрудник компании убит! Надо перезарядить! Найдите укрытие, рыцарь! Нам прижали! Ему нужно прикрытие! Там еще их позвали! У одного из них термит! Ранник убит! Рыцарь, укрытие! Галахад, укрытие! Цель поражена! Это был последний. Скоро нагрянут другие. Идем. Галахад, помогите открыть двери. Готовы? Комната с архивом впереди. Смотрите архивы. Ищите заявки, декларации, накладные. Любые свидетельства перевозки полукровок. Как здесь можно что-то найти? Спокойно, Фитри. Искать будем мы. А ты посторожи. Здесь ничего нет. Все пустая трата времени.
рыцарь! Сюда! Вам будет интересно. Эти грузы отправлены в мою страну. Если документ не лжет, компания закрепилась уже в каждом индийском штате. Вот, груз Агамемнона. Цель – восточное побережье Америки. И еще три груза в ту же сторону. Дальше корабль «Океаник». Отплывает через 6 недель. Где Финли? Гастингс. Теперь верите? Все это его рук дело. Убийство Воя Чепеля. Полукровки. Индийская компания. Все вы. Якоб Ван Нек. Или, как писаки из Флит-стрит нежно называли меня, Джек-потрошитель. К вашим услугам. Благодарю, сэр Лукан, за доставку мятежников. Разберитесь. Не подведите нас. Вы... Весьма удачно, правда же, сэр Галлахан? Лидер повстанцев пойман. И предатель найден. Все одним точным ударом. Предатель — это вы, к сожалению. Алистер... Как же так? Простите, брат. Прежде всего я храню верность своим. Своим? Бегите! Yeah!
Рыцари, говорит командир. Утверждено вторжение в главное здание Объединенной Индийской компании. Муниципальная полиция приведена в боеготовность. Защита жизни лорда Гастингса – наша главная задача. Задерживайте подозреваемых с особой осторожностью. Галахад, не смей. Стойте, я объясню. Кому сказала не двигаться? Вы прибыли вовремя. Нам сообщили о вторжении. Сэр Галахад ворвался сюда с бандой повстанцев. Хотел убить меня. Это ложь. О, вот, полюбуйтесь, к чему это привело. Сообщница сэра Галахада – женщина. Именно она лидер повстанцев. Пока она на свободе. Но ненадолго. Немедленно отзовите охрану компании, лорд Гастингс. Поимкой этой женщины займутся рыцари. Изи, послушайте, вы ошибаетесь. Персиваль, отведите преступника в камеру. Мне очень жаль, что задание выпало вам, маркиз. Я более чем вы, месье. Уберите его с моих глаз. Благодарю вас, леди Игрейна. Вы вмешались очень своевременно. Мы просто выполняем свой долг, лорд Гастингс. И все же, сударыня, присматривайте за предателем повнимательней. Вероятно, вы предстанете перед судом. Нужны будут ваши показания. Я всегда к услугам рыцарей королевы. Заключенный обвиняется в преступлениях самых тяжких. Он предал вековые устои нашего ордена. Более того, он вступил в сговор с безбожными мятежниками. И будто этих злодейств мало, он также покусился на жизнь нашего казначея, лорда Гастингса. Сэр Галахад, подлый предатель. Человек без чести и совести. Я прошу совет назначить ему строжайшую из кар. Я прошу совета снисхождения. Сэр Галахад веками служил ордену веры и правды. Быть может, нашего брата-рыцаря еще можно вернуть на праведный путь. Командор выказывает излишнюю мягкость. Доказательства против Галахада неоспоримы. Я видела Галахада
в обществе этой мятежницы. Я не могла расслышать их разговор. Но они общались довольно дружески. Они покидали заведение, укрывающее повстанцев. Сэр Галахад говорил с лордом-канцлером и со мной. Он озвучил ряд абсурдных обвинений в адрес индийской компании и собирался разыскать лорда Гастингса. Пригласите лорда Гастингса. Лорд Гастингс, скажите, вы опознали того, кто напал на вас? Поздней ночью сэр Галахад проник в нашу штаб-квартиру в сопровождении предводительницы повстанцев и ее сообщников. Я не была уверена, что иду именно за Галахадом, но... нашла его мундир, брошенный у логова повстанцев. Как его командир, я пытался убедить Галахада одуматься. Очевидно, моим советом он не внял. Эти люди атаковали нескольких охранников и ворвались в мои покои, намереваясь меня убить. Когда мы обнаружили лорда Гастингса, он был ранен. Он должен понести наказание за свои действия. Итак, рыцари, каков будет ваш вердикт? Виновен. 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 Приговор смерть. Вы забыли, лорд-канцлер. Я уже ходячий мертвец. Галахад! Осторожнее, друг. Выживет. Это уж ему решать.
Пейте. Два дня. Прошло уже два дня, мы не можем его так оставить. Я сделал все, что мог. Теперь не мне его защищать. Я призову его, если он выживет. Друг мой. Друг мой, не покидайте нас. Сэр Галахад! Сэр Галахад! Вот, леди Лакшми. Хорошо, что вы позвали меня. Я не знаю, как помочь. Его ищут по всему Лондону. Да, ищут. Мы о нем позаботимся. Выживет он или нет, время покажет. Не глупите, Никола! У меня нет выбора! Мое отсутствие может вызвать подозрение. А вдруг они уже знают? Хватит, вы уже помогли. Теперь предоставьте это нам. Я еще столько всего могу сделать, леди Лакшми. Прошу, позаботьтесь о нем. Боюсь, что без него у нас нет шансов. Лакшми. Ну, рыцарь, вы так просто не сдаетесь. Где я? Вы в убежище на набережной. Вы провели здесь без сознания почти две недели. Идемте. Нам нужно как-нибудь вернуться в Уайтчепл. Полиция вас повсюду ищет. Как вы меня нашли? Благодаря Николе. Он укрыл вас здесь. И позвал меня. Никола, откуда вы его знаете? Пусть лучше он сам вам объяснит при случае, как мы связаны. Он оставил вам это. Надеялся, вы оцените. Ну, идемте. Лакшми, откуда вам известна черная вода? Мне даровали это знание. Вы хотите сказать, рыцарь? Сэр Борс де Ганис. Сэра Борса не видели с тех пор, как он отправился на поиски Грааля. Так он жив? Он в Ост-Индии? Я не говорила, что он жив.
левому тоннелю приближается еще один отряд. Все. Но я полагаю, это не последнее. Согласна. Будьте наготове. Стреляли где-то здесь. Держите оружие наготове. Охрана! Перезаряжаю! Они подходят справа! Сотрудник компании убит! Чтоб ты сдох! Это последний. Надо уходить, пока не подходит. Видите? Уайтчепл, вон там. Леди Грейна, здесь явно побывало несколько человек. Кто-то помог сэру Галхаду. Сообщите совету, что мы разыскали беглеца. Прикажите всем рыцарям стягиваться к Уайтчепелу. Да, миледи. Господь свидетель! Я положу конец этому мятежу. Все вон! Бегите! Живо! Нужно уходить. Каждую минуту в Уайтчепл может нагрянуть полиция. Они начнут вязать тут всех без разбора. Собирайтесь и уходите. У меня есть одно дело во дворце. Вы что, не в своем уме? Вам никак нельзя появляться во дворце. Я должен вызволить Николу. Я его должник. Алистер вас знает. Он ждет, что вы явитесь. Знаю. Значит, идем вместе. Нет. Этот бой я должен провести один. Если доживу до завтра, я разыщу вас. Решено, рыцарь. Не слышали? Я больше не рыцарь. Нет, вы не рыцарь, мсье. Но кто, предатель или патриот? Кем бы вы хотели меня видеть? Полагаю, у вас свои резоны. Две революции научили меня, что неправы бывают обе стороны. Я этого не забуду. Уж постарайтесь, месье. Посягнете на дело свободы, и клянусь, я стану вашим заклятым врагом.
Адье, месье. До новых встреч. Мы еще встретимся, друг. Уже уходите? Дэви. Вы запомнили мое имя? Мне многое нужно вам объяснить. Я должен был вам поверить. Нет времени на болтовню. Вижу, вы торопитесь на тот свет. Я все исправлю. Любой ценой. Тогда держите. О, и постарайтесь не умереть. Похоже, вы нравитесь моей королеве. Никола, ответьте. Я в катакомбах. Иду к вам. Сэр Галахад, вы сядете? Вам нельзя здесь появляться. Держитесь. Я скоро буду. Граната! Дрянь! Заряжаю! Внимательней!
проклятие! Один убит! Стоп его! Твою мать! Сэр Галахад, у нас неприятность. Сюда идет сэр Лукан. Никола, уходите оттуда, немедленно. Бояться нечего, друг мой. Я оставлю канал связи открытым. Все будет хорошо. Никола, не глупите! Никола! Проклятие. Сэр Галахад, остановитесь! Вот ублюдок! Боец убит! Почти рядом с ним.
Нарушитель совсем рядом! Осторожно! Извините, ребята. Не дайте ему прорваться! Проклят, Алистер!
Никола, что случилось? Леди Лакшми была права. Он знал. Я вас вытащу. Давайте. Он еще там. Уже поздно. Ничего не сделать. У меня есть еще одно дело. Алистер! Алистер! Я знал, что ты вернешься, брат. Выходи на свет, мерзавец! Ты и я, мы не такие уж разные. Я всего лишь хочу защитить своих родичей. Мы просто боремся за свое выживание. Это ложь! Однажды, возможно, ты поймешь. Прости меня, Грейсон. Этого я совсем не хотел. Oh!
Я знал, что этот день однажды наступит. Зачем, Алистер? Все эти годы вы сражались с нами бок о бок. Я видел то, что не могу стереть из своей памяти. Как цивилизации рождались и гибли из-за людской алчности. Как люди истребляли друг друга во имя так называемых богов. Еще искупим свои грехи. Но чем вы оправдаете зверство, что творил ваш народ? Мой народ... Мой народ ничуть не хуже вашего. А как же ваша сестра? Ваш отец? Все это ложь? Изи, мой отец... Я любил их как родных. Но где им понять, в каком кошмаре я жил? Сын мой. Отец, прости меня. А, это я должен просить прощения. Я не хотел для тебя такой жизни. Вы знали. Я всегда знал. Я спас его, когда его семью убивали. Твой отец погиб от моей руки. Но, дитя, за что тебе такая участь? Как мог я забрать жизнь невинного? Сознайтесь во всем совету, лорд-канцлер. Только так вы сможете искупить свою вину за эти бесчинства. Я не могу! Это правда? Потрясет наш орден до основания. Значит, пожертвуете мной. Сколько еще должно умереть ради вечного молчания? Он мой сын. Я не могу прервать его жизнь. Изабель... И совет не должны ничего узнать. Или я обращу в прах все, что вам дорого. Не просите меня об этом. Отныне я запрещаю вам знаться с рыцарями. Орден должен быть единым. Вы более не его часть. Закончите, что начали, и прочь! Люди не созданы для такой жизни. Наступит день, когда наше страдание кончится, брат. Может, тогда мы обретем покой.
Сэр Галахад, вас ищут по всему Лондону. Медлить нельзя. Сэр Галахад, вы слышите? Сэр Галахад. Не бойтесь, Никола. Все хорошо. Это вы так думаете? Совет ввел в городе военное положение. Власти могут перейти к активным действиям в любой момент. Сейчас не время для геройства. Нам надо последовать за леди Лакшми и покинуть город. Я скоро буду. И чтоб вы знали, я больше не Галахад.